Столица России стала мировым лидером недружелюбия. Рейтинг составил американский журнал Travel and Leisure. Третье место в списке досталось Санкт-Петербургу. Между ними расположился Атлантик-Сити в штате Нью-Джерси, известный и горными заведениями. Рейтинг был составлен на основе 200 тысяч отзывов читателей издания. По их мнению, москвичи слишком равнодушны и не спешат прийти на помощь иностранцам. К недостаткам российской столицы издание относит чрезмерно загруженные дороги и плохую кухню. В первую десятку недружелюбных городов попал и Нью-Йорк.